Ну что ж, мы стоим вот в таком красивом месте. Река, да. И делаем ремонт. Переделываем нашу заплатку модную. Ребят, все пробую выяснить, что же у нас с коптером. Уже обнуляем все. Заводские настройки выставляем, прочее. Какой-то глюк с прошивкой. Это... Значит, коптер встает в режим новичка и отлетает на 30 метров, и высоты только 30 метров дает. И так на двух коптерах у нас все обновили прошивки, вот, и такой глюк прошивки. Скорее всего, этот баг поправили, но мы уже уехали с цивилизации, и возможности обновиться у нас уже нету. Как бы пытаюсь еще что-то придумать, чтобы все-таки показать вам, какая здесь красота. Посмотрим, что получится. Так, ребятки. О, ветрище. Короче, мы ехали-ехали и напоролись на небольшой морошатничек. Вот здесь чуть-чуть морошечки есть. Ой-ой-ой, сейчас наедимся. Ягоды. Я это привезу Гергерычу, и он будет кушать. Вот так же, как папка. Вкуснота. Поедем в лагерь. Да, ребята, губа у нас не дура, а язык не лопата. Морожка настолько спелая, что аж течет. Класс. О, ребята, поймал тундровую лягушку. О, какая. Болотная. Сейчас желание будет исполнять. Ладно, беги давай. Сейчас переплывем туда, проедем по той стороне. Thank you.
Ребят, приехали. Вот такая была у нас поездка. Ну да. Что я должен сказать, ребят, что заправлять вездеход из положения стоя намного удобнее, чем из положения с крыла. Да. Ребят, дело такое, что у нас топлива уже не хватает на обратную дорогу. И сейчас мы будем канистры выжимать. В каждой что-то осталось. Будем сейчас выжимать оттуда. Ох ты! Посмотрите, как нашим защитам досталось, а? Ой-ой-ой, как хорошо-то, а? Это все бы было на днище, видите, что происходит? Какие сколы, удары какие были. Колоссаль просто, ребят. Это все бы нам смяло днище к чертовой бабушке. Но у нас все цело. Защите досталось, конечно, но и дорога была непростая, очень непростая. Видите, что творится? Хо-хо-хо! Посмотрите, что тут. Михаил Юрьевич, ты видел, что у нас тут? Да. Кусманы какие вывалились. Да. Вот так вот, ребят. Но это вот самый, этот лист берет самую большую нагрузку на себя. Все удары приходятся вот по нему, видите, вот. Что творится от камней. Это все могло бы быть на раме. Вот. В общем, Жуков гараж, медаль. Ребят, вот сейчас давайте посмотрим, как ловят нахлыстом кунжу, лосося. Очень интересно. Для нас это неизвестная пока рыбалка. Прям такое ощущение, что работает гимнастка с лентами. Очень красиво летает шнур. Thank you.
еще ребята здоровую такую или нездоровую. Там он дождик поливает. Ну мы в финтрейле, нам пофиг. Ждем рыбу. Ох, ребята, погодка портится. Тучка налетела. И вот сейчас опять скоро выглянет солнце, которое нам не нужно. Кум же в солнышко ловиться не хочет. Ох, раздувает вообще сильно. Удивительно, как шнур летит, я не знаю. Но... Да, вот сейчас говорят, что шнур летит над водой, и там ветра такого нету, поэтому получается забрасывать. Ну что ж, ребятки, погода не вжалует, не балует нас. В принципе, мы посмотрели, как вообще происходит рыбалка. Я думаю, если получится, нам еще что-то потом в более спокойной обстановке расскажут про какие-то тонкости ловли нахлыстом. Было бы очень интересно. И нам, и вам. А сейчас, наверное, будем потихоньку собираться. Ушло. Была поклевка, да? Вот была поклевочка, небольшая кушечка. Взяла, но ушла. Congratulations. I have a 10 liter, you know. This, I have a huge caddy. Dragging, skating, drag, and then poof. Good. Похоже лосось на сухую муху. Да. Excellent fish, huh? Okay. Oh, shit. It doesn't happen. Careful with the rod. Yeah, thank you. It's not a 50-pounder. Oh. It's a nice fish, huh? Okay, like this? Yeah. Skating. Boom. Good. So great. Ah. Lovely. Lovely day. The wind, all day fucking wind. And now it stops. All day long. Keep trying on dry fly. I go. Вот так. Здесь мели рыбу. Да. Ну, комар вышел.
На солнце шнур красиво получается. Вот. Ребята, вот такая вот рыбалка. Народ он по пояс залазит в воду. В надежде изловить рыбу. Ну что, ребят, сегодня повезло рыбе. Нам не повезло. Ну, как говорится, не за рыбой, а на рыбалку. Ребят, вот мы сейчас наблюдаем северное сияние. Вам его не видно будет в камеру. Я вот поверну в небо сейчас, и вы ничего, наверное, не увидите. Но фотоаппарат позволяет запечатлеть северное сияние. Я вам сейчас включу фотографии. Посмотрите. Это грандиозное по своей силе зрелище. Да, это очень красиво. Представление сумасшедшее просто. Thank you.